Доброго времени суток зрителям и священным гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Руля Гейм Онлайн. И сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Terra Alea. Эта игра вышла, я сужу по информации со Стима, то есть в данном случае в Стиме, на ПК, 14 мая 2021 года. И сейчас мы с вами в нее поиграем и посмотрим, что она себя вообще представляет. В общем, начнем новую игру. Смысл в чем? Магия тесно переплетена с лингвическими способностями человека. И тем самым, проходя игру, вы будете понемножку изучать интересующий вас язык. Поэтому в начале игры нам нужно выбрать язык, на котором мы говорим свободно. Это будет русский. И язык, который мы хотим выучить, пускай это будет английский. Смотрим заставочку и поехали. Вот, к примеру, лингва, источник энергии для особых заклинаний. То есть здесь мы заклинания используем как с помощью так называемой маны, так и с помощью лингвических наших данных. То есть мы по ходу игры будем изучать слова, будем проходить такие как экзамены по этим словам, тесты, и, соответственно, будем тем самым повышать нашу силу лингвическую. Значит, имя Роли Гейм Онлайн. Пускай только я не могу что-то все написать большими. Когда будет Росси просто. Значит, есть у нас тут мужчинка-женщинка. Значит, берем мужчинку. Даже не знаю, какой тут у него. Ну, он же мах, пускай у него будут фиолетовые волосы. Цвет кожи, пускай он будет черным. Потому что сейчас быть черным — это очень, так сказать, популярно. Так вот, будь у нас загадочный. Черное не любит все белое или розовое. Вот, знаете, вот у меня во дворе живет черный. Не то, что я этим хвастаюсь, но просто как бы вот он, я его как не вижу, он постоянно ходит или во всем белом, или в каком-то таких ярко вызывающих цветах. Так, ну вот я думаю, такой симпатичный у нас мах получился. Начинаем игру. Когда образовалась Земля, у нее был близнец. Они были почти идентичны, кроме одного — магии. Магия и природа сталкивались на протяжении миллионов лет. И Terra Alea пошла своим эволюционным путем. После нескольких лет изучения магических искусств вы готовы исследовать мир и прокладывать собственный путь. И приглашение, недавно полученное от бывшей учительницы, кажется отличной возможностью. Вот такая вот у нас заставочка была, которая вела нас в курс дела. Ну вот наш ниггер в белом одеянии. Это, наверное, Скайнет на минималках. Такой именно киберпунк. Так, для взаимодействия с людьми и объектами нажимай на них левой кнопкой мыши. И хорошо. Я нажимаю. Когда вы приближаетесь к картине, она оживает, и нарисованная женщина улыбается. Нажмите, чтобы наконец-то продолжить. Ты здесь. Если я не здесь и не приветствую тебя лично, значит, мои опасения подтвердились. Внимательно выслушай меня. От этого зависит твоя жизнь. Не верь никому, кроме моего хорошего товарища Фалько. Я вижу, что вы уже познакомились. Он направит тебя. Вот такие вот загадочные события начинают происходить. Так, чтобы добавить в инвентарь предметы, в поле нажмите на них левой.
Кстати, ребята, это РПГ, это игра с элементами РПГ. Значит, забираем обычную палочку и старинный артефакт. Полученные предметы для просмотра. Ага, давайте инвентарь. Вот наш нигер. Точнее, афроамериканец. Так, я хочу, значит, взять палочку и таинственный артефакт. Выучено слов 0, волшебная сила 15, скорость 55. Книга заклинаний у нас здесь есть. Поддержка технический, магический, физический. Боже, короче, тут и таланты. Боец, уцелевший, исследователь. Дневник с заданиями, способности Фалика. Фалика у нас тоже имеет способности, карта. В общем, все очень-очень и очень, ой, я извиняюсь, все очень-очень-очень запутано. Итак, женщина нам что-то еще хочет сказать. Как, возможно, уже видишь, твоя магия здесь не работает. Языковые обереги. С помощью артефакта солнечного камня можно обойти обереги и собрать магическую энергию вокруг себя. Но чтобы использовать силу артефакта, придется выучить новый язык. Самшитовая палочка поможет учить новый язык и общаться на нем с другими людьми. Ты можешь узнавать новые слова, просто указывая палочкой на предметы возле себя. Попробуй сделать это в моем кабинете. На первые слова давайте посмотрим дневник. Основные задания. Удерживайте палочку, нажимайте правую кнопку мыши на разные предметы в кабинете аспиранта, чтобы выучить не менее 10 слов на английский. На английском, наверное. Ну, там, не знаю, что за перевод, может, машинный. Итак, вот, к примеру, 3. О, видите, тут еще и профессиональный диктор, как я понимаю, озвучивает это. Вы, кстати, можете не обязательно учить английский язык, это я просто выбрал примеры, потому что я его не знаю, но как бы немножко ориентируюсь. А если вы хотите выучить там испанский, японский, я писал, кстати, точнее читал комментарии, люди писали, что в принципе даже очень неплохо. Да, есть какие-то там помарки в плане машинного перевода, может быть, да, но в целом очень хорошо. Итак, давайте же изучать все вокруг. Вон, макс мана, масса этот... Что здесь у нас еще можно выучить? Sofa, table, computer, так. Banner, clock, мы уже почти, я думаю, chair. Да. 200 экспы мы получили. Теперь давайте с бабищей поговорим. Я уже и забыла, какой у тебя талант в сфере магических искусств. Я помню все твои прогулы ради того, чтобы попробовать запрещенные заклинания. Но все-таки тебе удалось стать одним из лучших моих учеников. Узнавать и учить новые слова важно, но еще этот автоматический тренажер АТ поможет отработать выученные слова. Попробуй. Сейчас мы отработаем всех. Итак, войти. Хочу потянуть тренировочный запас. Дерево. Вот так вот. Ну, дальше. А, все, я понял, надо проверять. Стол. Table. Растение. Горшок. Pot. А пишет Waze. Так Waze или Pad? Непонятно. Картина Paint. Софа, ну это понятно. Компьютер. Не компьютер, а компухтер. Называй правильно. Banner. Часы. Clock. Стул. Chair. Отлично. Словарь 100%. Текст диалога, там, наверное, с кем-то еще надо будет разговаривать. В общем, очень все интересно, все выход. Я все понял. Дальше баба что нам расскажет? Вижу, ты хорошо помнишь. Видишь, после занятия на АТ восстановилась часть лингвы. Лингва – это уникальная энергия, которая поддерживает способности Фалька
и является одним из ценнейших твоих ресурсов. Ты отлично справляешься. Позволь кое-что показать. Опа-па! Свиток, покрытый странными знаками. На иностранном этом и темный кристалл с какой-то хренью. Кристалл, который ты держишь, содержит фрагмент моей памяти. Один из семи. Тебе нужно найти все семь фрагментов памяти, если хочешь узнать правду. Я знаю, что прошу тебя о многом, но больше мне некому доверять. Тебе нужно идти, пока тебя здесь никто не нашел. Поищи на полке особую книгу. Так, новое задание. Фрагмент памяти. Подсказки у нас есть. Первая подсказка. Первая подсказка. Свиток, покрытый странными знаками и иностранными словами. Так, дерево, стул. И это понятно. Хорошо, хорошо. Все ясненько, понятненько. Давайте, значит, дальше пошли. Кстати, я хочу еще изучить вот... Деск, к примеру, книгу. Что тут еще? Надо ж все изучить. Правильно? Как я понимаю, мы ж качаемся таким образом. А в RPG главное что? Правильно, главное качаться. Вон таблет. Тут можно еще. Wand, showcase. Crystal, crystal. Так, тут вроде все, да? А, нет, вот. Контейнер. Все, вроде все изучили в этой комнате, да? А нет. Стул. Стул. Это табурет, блядь, даже не знал. Так, надо тут книгу найти какую-то, как я понимаю, да? Book. Ага, нашел. Нашел и открылась секретная, значит, подземелье. А наш Нигер аж немножко подзавис. Когда увидел такое... Да, блядь. Заходи туда, блин, да ты достал. Нигер. О, все. Если подойти к персонажу с заданием на диалог, Фалька... А, видите, тут еще диалоги надо строить. Блин, очень серьезно. Все очень серьезно. Так, что тут? Кэндл можем? Кэндл. Опа. Вот так вот. Так, компьютере хочу проверить свои знания. Войти. Начать. Так. Дерево. Шо, блядь, опять дерево? Tree. Стол. Table. Растение. Горшок. Pot. Да, ну что-то мне, походу, то же самое проверить, что в прошлый раз, хотя я новые слова уже выучил. Sofa. Компьютер. Banner. Clock. Chair. Да, видите, оно... Хочу позаниматься на симуляторе диалога. Хочу проверить выученные слова. Ничего я не хочу, давайте дальше идти. Не понял, ты что такое? Книга заклинаний. Случайно нажимаю, блин, Escape, не знаю почему. Так, давай диалог устроим. Приветствую, я высокотехнологичная голограмма безопасности, а вы, кажется, ну что-то не похоже на высокотехнологичную. Находитесь здесь незаконно. Батюшки, сейчас будет драка. Итак, инициатива. Когда зеленая шкала инициативы над вами заполнится, вы можете вступить в бой. Выберите выделенное заклинание на панели заклинаний, нажав на него левой кнопкой мыши. Первое это стук. Базовая атака по одной из целей, наносящая 4 очка физического урона. Время чтения медленный. Выберите цель. Опа! Получил? Негодяй. Подонок. Говорил Жириновский. Следующее нападение. У нас это... Ага, школа технический, время чтения медленный. Фалька выстреливает усиленный световой луч, нанося 4 урона. Хорошо, давай, Фалька, на тебя надежда. Прерывание. Ага, я понял, типа, сбил ему каст.
Если во время чтения заклинания вы или враг получите удар, заклинание прервется и не сработает. Используйте заклинание на лингве и прерывайте врагов, чтобы сосредоточиться. Хорошо. Где у нас лингва? Вот это? Нет, раскрыть. Это что? Щит. Ну понятно, хорошо. А что раскрыть? Что это такое? Сопротивление тайной магии 1. Ага. Будем знать, подонок. Так. Создать вокруг цели защитные барьеры, получающие 5 урона любучу. Давайте. Щит на себя попробуем наложить. Так, ну все. Тут он уже сейчас выстрелит, поэтому нету смысла что-то кастовать. Давайте себя тогда защитим. Стреляй у нас. 3. Ха. Щит поглотил. Все. Карачунь тебе, перетели. Вот так наш Нигер наказал этого наглого белого, который представлялся голограммой. И сейчас мы его залутаем, еще это обычная запертая коробка. Вот так у нас все происходит, ребят. Так, вы получили запертую коробку. Давайте ее разобрем, конечно же. Ага. Еще один квестик. Так, письменный стол. Это будет у нас... Деск. Книга. Бук. Чернила. Инк. Телефон. Фон. И пьедестал. Опа! Замочек открыт. Так, вот тут у нас есть 3 сумки. Вы нашли мантию и вы нашли ожерелье. Отлично, 2 мантии. То есть это для меня и для кореша моего. Оп, а что она? Я ее не вижу, как она визуально отображается, да? Очень жаль, очень жаль. Так, идем далее. Так, символы на стене кажутся подозрительно знакомыми. Кстати, да. Дерево, стул. Ага, сейчас. Это, блин. Где-то моя подсказка была. Так. Дерево Y. Стул квадрат. И тут Б. Короче, Y. Квадрат. И Б. Y. Квадрат. И Б. Опа! Вот такая ты схватываешь на лету. Игрушечка. Когда ты уйдешь, я не смогу пойти за тобой, но мы еще встретимся, Септим. Найди синее дерево в старом саду. Задание обновлено, фрагменты памяти Эсперанто. Ну, конечно, проходить мы его не будем, а на этом закончим наше видео. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Спасибо, что вы проявляете активность. И с вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. А по поводу игры обязательно стоит поиграть тем, кто хочет изучить какой-нибудь язык в такой более шутливой и расслабляющей форме. Всем пока и до скорых встреч.